здесь со мной делал. Здесь кухня с выходом на балкон. Такой балкончик с такими видами чудесными. Здесь большая гостиная, и здесь комната еще одна. С выходом на балкон тоже. Зайдем в подъезд. Расстояние между домами. Здесь тоже еще есть парковки. Может быть, припарковать машину. Думаю, с парковками здесь проблем не будет. Комнатик не такой огромный, не муравейник. Думаю, хватит парковок всем. С учетом вот этой многоуровневой механизированной парковки.